Всем привет, и мы продолжаем игру Big Hunter. И вот это уже 25-й день. Попробуем, друзья, сразиться с вот этой огромной птицей. Вот такая вот забавная, прикольная, интересная. Ну что же, попробуем, друзья, сегодня с ней справиться. Ох-ох-ох, как здорово идет в атаку. Итак, давайте-ка я попробую атаковать камнями сверху. Вот так здорово, здорово, здорово. Вот смотрите, как здорово, камни наносят урон. Итак, отступаем, отступаем. Делаем хорошие повреждения и сразу же отступаем. Сбиваем атаку этой птицы. Вот так, замечательно, замечательно. И хороший удар в голову. Ну что же, неплохо. Итак, продолжим забрасывать птицу. И сегодня, друзья, мы будем передавать приветы. У нас, кстати, есть на канале именинник. Вот, поздравим его. Но сначала давайте-ка попробуем справиться с вот этой птицей. Вот так, да-да-да-да-да. Отходим, отходим, отходим. Друзья, очень уже здорово идет в атаку. Итак, давайте-ка я попробую как-то ее забросать. Вот, да-да-да, вот, отлично. И продолжаем, друзья, атаковать. Потому что очень-очень непросто с этой птицей справиться. И вот так, замечательно. Сбили ее атаку. И нужно, друзья, еще продолжать атаку. Ой-ой-ой, что делает, что делает. И вот чуть-чуть не слопало, друзья, нашего героя. Итак, вот, отлично. И птица побеждена. Ну что же, замечательно, супер-супер, отлично, все у нас получилось. Итак, 25-й день пройден, друзья, и мы уже с вами прошли, давайте-ка я вернусь, вот мамонта на 61%, где он, вот он, носорога на 61%, ну и здесь, друзья, игра состоит из 100 дней, то есть у носорога 61 день и 61%, у мамонта то же самое. А птицу вот мы уже прошли на 25%. 25 дней. Ну что же, здорово, друзья. Итак, давайте-ка я вот в начале видео передам привет. Итак, друзья, большущий-большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, друзья, особый привет Алине Разумовой. Ее маме. Простите, друзья. Итак, большущий привет Алине Разумовой, ее маме и бабушке. Также привет подписчику Сникар Супер Скоротар, Ане Макаровой и Дамир Ирон. Кроме того, друзья, сегодня у нас есть у одного из подписчиков день рождения, а это у нас Зайрбек Арипов. Поздравляем его с днем рождения, поздравляем, желаем успеха во всех делах и всего наилучшего тебе. Вот. Зайрбек Ариб. Ну что же, замечательно, друзья. А сейчас давайте-ка я возьму другое оружие и попробуем сразиться. Итак, друзья, давайте-ка мы возьмем бумеранг и попробуем, друзья, вот нанести вот сегодня урон носорогу. Вернее, давайте-ка попробую я подряд, друзья. Попробую вот сегодня миссию с мамонтом, носорогу и опять же попробуем справиться с птицей. Ну что же, вперед! Вперед, друзья, попробуем сразиться с мамонтом в 62-м дне. Посмотрим, что из этого получится. Итак, нам дают 100 секунд, чтобы справиться с мамонтом. 2500 у него здоровье. Довольно-таки неплохое. Отлично. Вот так здорово наносим урон. И отступаем. И отступаем. Замечательно. Ой-ой-ой, сбивает бивнем и бумеранг. Друзья, здесь главное не давать возможность атаковать. Ой-ой-ой-ой. Сбил вредина бумеранг. Вот, отлично. И еще вот так. Здорово, здорово, здорово. Отступаем, отступаем. Неплохо. И еще вот так. Замечательно, замечательно, друзья. Отлично. Вот, здорово, друзья. Нужно ловить его на контратаке. Вот, вот, супер, супер, супер. Тает здоровье мамонта. Ой-ой-ой, сбивает. Вредина сбивает своим бивнем. Вот, нужно, нужно, друзья, отступать. И, но нельзя останавливаться. И давайте-ка, друзья, вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не очень хорошо, друзья. И время уходит. Нужно атаковать. Вот здорово. И еще вот так. Замечательно. И, друзья, отступаем, 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 чтобы не забодал. Ну вот, неплохо. Друзья, уже большую часть здоровья мы его убрали. Совсем немножко. Вот так. Супер. Супер-супер, очень чудесно. Вот, еще один хороший, друзья, удар, и мамонт будет повержен. И да, супер, здорово. Удалось, друзья, нам справиться с мамонтом, в принципе, довольно легко и здорово. Ну что же, замечательно, друзья. Давайте-ка мы сейчас попробуем справиться и с носорогом.
Вот для мамонта лучшее оружие – это же, конечно, бумеранг. Это я в очередной раз убеждаюсь. А вот с носорогом это оружие может не сработать. У носорога низкая посадка и бывает очень здорово сбивает своим рогом. Опять же дают нам, друзья, 120 секунд. Вот носорога совсем немножко все по-другому. И ему постоянно, друзья, нужно сбивать атаку. Тем не менее, ой-ой-ой, вот видите, что делает. Забодал. Вовремя я не отступил. И носорог забодал нашего героя. Тем не менее, друзья, мне кажется, давайте-ка все же попробуем вот справиться с носорогом при помощи бумеранга. Я буду стараться вот так. Ой-ой-ой, смотрите, что делает вредина. А мы вот так тебе нанесем урон. И еще, ой-ой-ой, сбил вредина своим рогом носорог, вот наш бумеранг. О, супер, очень хорошо. И еще вот так замечательно. Сбиваем его атаку. Отлично, очень хорошо. И так вот, да, вот здорово. И еще вот так замечательно, чудесно. Ой-ой-ой, друзья, нужно отходить. Вот так, да, чуть-чуть, друзья. Смотрите, что делает. Итак, друзья, нужно его подлавливать. Ай-яй-яй-яй, как неудачно получилось, друзья, сбил бумеранга. И опять, друзья, нужно будет ловить волну. Итак, вот, отлично. А время уходит. Ой-ой-ой-ой, опять я поспешил. Друзья, вот так, замечательно сбили атаку. И вот опять сбил своим носом. Вот, да, вот, когда он идет вот так, нужно, друзья, сбивать его атаку, и тогда будет все здорово. Отлично, замечательно. Да, вот, получилось контратаковать. Ой-ой-ой, друзья, ой-ой-ой, чуть-чуть не забодал. Вот, отлично, очень хорошо справляемся пока с носорогом, неплохо. И, друзья, нужно атаковать. И еще один удар. И да, носорог повержет. Ну что же, замечательно. Вот так здорово получилось, друзья, сегодня справиться с носорогом. Ну что же, замечательно. Итак, возвращаюсь назад. Вот, давайте-ка мы вернемся к птице. А с птицей уже бумеранг не так срабатывает. Против птицы бумеранг не годится. Тем не менее, друзья, давайте-ка я попробую испытать. Вот против птицы бумеранг. Вот, в принципе, бумеранг довольно-таки здорово идет на мамонта и на носорога. А вот с птицей не всегда это срабатывает. Но тем не менее, друзья, давайте-ка я попробую как-то. Ой-ой-ой, смотрите, что делает вредина. И вот так, ай-яй-яй. И вот, друзья, видите, что делает? И слопал. То есть не годится. Давайте-ка я еще раз попробую вот бумеранг насчет птицы. Но мне кажется, с бумерангом это гиблое дело. Давайте-ка попробуем. Вот, нанес урон неплохо. А если вот так? И если вот так, замечательно. Ой-ой-ой, друзья, и нужно отступать. Вот, замечательно. А если вот так? Отлично. Вот, неплохо. И вот. Да, вот нанес урон. В принципе, друзья, если вот так наносить урон птице, тогда, в принципе, можем сбивать атаку, и бумеранг не помешает. Вот, отлично. Неплохо. Давайте-ка я отступлю. Вот, замечательно. И попробую как-то вот так нанести урон. Вот, замечательно. Сбил атаку птицы. Ой-ой-ой, друзья. И я слишком. Вот, а ну-ка. Вот, еще вот так. Ну вот, здорово. Хорошо. Отлично. Честно говоря, маловато. И вот, друзья, нужно как-то вот так атаковать. И отступаем. Вот, сбил атаку. Ну, честно говоря, мало у нас осталось бумерангов. Вот, два раза я не нанес повреждения. Ой-ой-ой. Вот, отлично. А ну-ка. Вот, да, друзья, нужно в грудь попадать. Вот, вредина сбил атаку. И так, еще вот удар в грудь. И как-то давайте-ка вот еще попробуем. Вот, неплохо. Вот, замечательно. Отступаем. То есть, вижу, все же с бумерангом можно сражаться. С бумерангом против птицы можем сражаться. В принципе, неплохо наносит повреждение бумеранг. Еще давайте-ка... Ой-ой-ой, друзья, отходим. Запинает сейчас ногами. Чуть-чуть не запинала птица. Вот, в грудь неплохо прошло. Отлично. Ой-ой-ой, друзья, отходим. И хороший удар, и будет побежден. И да, удалось.
Ну что же, очень сегодня хорошо сработали бумеранги. Удалось с ними победить птицу. Ну что же, просто чудесно, просто замечательно. Итак, давайте-ка я еще возьму какое-то новое оружие, либо старое. Вот, кстати, друзья, давайте-ка по оружию пройдемся. То есть, очень буду благодарен, друзья, пишите в комментариях, с каким оружием и с каким животным хотите, чтобы я сразился, и я буду это делать. Итак, друзья, есть у нас в наличии вот копья, есть у нас в наличии топоры, есть у нас в наличии ножи, есть у нас в наличии камни, есть серпы. Кстати, вот один из подписчиков писал, что серп это самое лучшее. Ну, в принципе, неплохое оружие. Бумеранг, звездочки, ну и все. То есть, есть из чего выбрать. И при том, друзья, если комбинировать с животными, это будет интересно. Ну вот, кстати, один из подписчиков просил за серпы. Давайте-ка я возьму серпа и попробуем еще серпом. Было бы, конечно же, еще звездочками забросать птицу. Ну, давайте-ка я попробую сейчас серпом, как у нас пойдет. Если здорово пойдет, друзья, я еще возьму... А вот звездочки. Если не пойдет у нас серп, тогда, наверное, друзья, на этом будем прощаться. Ого-го-го, друзья, и нам нужно повредить три точки. Это будет непросто. Ну, тем не менее, друзья, буду как-то... И да, здорово, друзья, одну точку я повредил. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот удалось мне попасть в птицу, но слопало нашего героя. Ну, звездочками это было бы лучше, конечно же, друзья. Звездочки я сразу уже в грудь бы три... звездочки запустил, но тем не менее давайте-ка я попробую как-то вот справиться с серпами. Ну вот, смотрите, как здорово, два раза я попал, неплохо, отлично. И вот вредина вот пытается как-то, ну, я попробую, друзья, как-то в... ой-ой-ой, друзья, что делает, что делает. И да, хорошо, сбил атаку. Ой-ой-ой-ой-ой. И нужно под шею бить, очень такие нехорошие точки. И вот так попробуем как-то. Ой-ой-ой, друзья, и неудачно не попал. Вот попал птицу, но слопало героя. Немного, друзья, неудобно серп бросать вверх. Вот главный недостаток. Ну, давайте-ка я попробую все равно как-то выиграть. Вот попробую еще вот этот раз, если, друзья, не пойдет. И да, вот так замечательно удалось, отлично. Вот так сбиваем атаку. Давайте-ка я еще попробую как-то вот попасть все же под горло. Вот, да. И вот вредина. Ой-ой-ой, друзья, нужно отступать. Ого, ничего себе, вы видели, как в череп удалось загнать этот серп. Вот, отлично. Отличнейший удар прошел. Вот, ой-ой-ой, друзья. И вот так, да. Вот, отлично, 270 повреждений, удар в голову. Ну вот, плюс серпа. Вы видели, какие классные повреждения наносит. Ой-ой-ой-ой, друзья, и отходим. Итак, давайте-ка я попробую вот как-то этого серпа. Ой-ой-ой, и отходим, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой, что делает, и я надеюсь... друзья, и слопает. Да, удалось сбить атаку, удалось попасть все же в голову. И да, друзья, повредил точку. Если все удачно пойдет, сейчас, друзья, можем просто вот справиться с этой птицей. И 300 повреждений, еще один удар в грудь, и да, вот. Супер, удалось серпами вот просто ее вот так здорово запинать, вот победить. Ну что же, замечательно. Друзья, давайте-ка я напоследок еще возьму оружие, это звездочки, и попробуем, друзья, что из этого получится. Ну что же, по-моему, сегодня довольно-таки неплохо мы справляемся с птицей и с другими животными. Ну вот, отлично. Итак, давайте-ка я еще пройду это видео, этот раунд. Вот, если все удачно будет, на этом уже будем прощаться. Итак, попробуем, друзья, забросать птицу звездочками. Отлично. Итак, первый удар в грудь. О, как здорово прошел. Друзья, ой-ой, нужно отходить. И запинала вредина, запинала. Почему так получилось, непонятно. Я как бы отступал. Не должна была запинать, тем не менее, вот как-то запинала вредина. Итак, отступай. Итак, давайте-ка я попробую с атаки головы. Ой-ой-ой-ой, друзья. И вот, отлично. Удалось, друзья, мне вот сбить первую точку. Вторую не очень. Итак, бросаем звездочки. Неплохо. И теперь удар в грудь. Замечательно, друзья. И все точки повреждены. Осталось, друзья, только сбивать атаку.
Вот, отлично, отлично. И еще удар в шею. Здорово. Ну что же, вот такое вот замечательное оружие звездочки. Ой, как здорово тает здоровье этой птицы. Вот, замечательно. Ну что же, ой-ой-ой, какая вредина. Итак, друзья, попробую я ее все же как-то запинать, забросать. Итак, давайте-ка вот, ой-ой-ой, что делает. И удар вверх, 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 и нужно отступать. Чуть-чуть, чуть-чуть, друзья, не запинала. И да, вот, открыта грудь. Ай-яй-яй, друзья, не очень, не очень, не очень я как-то... Ну, давайте-ка я попробую как-то вот так. А ну-ка, удар в грудь. И последний удар. И, ой-ой-ой, не туда. Вот, да-да-да-да-да. Уверен, и вот, побеждена. Ну вот, удалось, удалось. Ну что же, замечательно, победа. Вот так здорово, друзья, удалось нам справиться сегодня с птицей. Довольно-таки неплохо. Ну что же, замечательно, друзья. Пока я на этом прощаюсь, мы переходим в следующем видео уже на 29-й день. Ну а вы, конечно же, пишите в комментариях, каким видео вы хотите, чтобы я сражался. Звездочки, бумеранги, серпы, камни, ножи, либо топоры, либо копья. Вот и с каким животным, конечно же. Мамонт, носорог, либо вот эта птица, которую вот подписчик написал, что она называется Додо. Ну, я так понимаю, это первобытная птица, которая вымерла. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верху на колокольчик, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!